Жители улицы Гагарина вынуждены менять по две пары обуви, чтобы дойти до места назначения. При каждом дожде улицу затапливает. Глубокие ямы представляют проблему и в сухой погоде. Хаястан рассказывает, что плохая дорога мешает ее гостям доехать до дома. Приходится парковаться во дворе соседей. Это доставляет неудобства и гостям, и соседям. Աշունը ձեմերը вообще ճամփա չէ մինչե։ Անհնարի գործի կեշտաս շատ անհարմար վիճակով բան ցեխոտված, կեղտոտված, կամ չի շողորթի մեջ էշտալ։ Հա։ Խնդրենք որ մեզյա քիչը մշադարություն դարձնին։ Էդի կամփոփված հարց է, ներգայացիլ ենք քանի անգամ, ասիլ ենք, խնդրիլ ենք, խնդրվիլ ենք, ուզենք որ այմի հաշվի առնին գոնե։ Улица Гагарина разделена на две части. Мост их соединяет, хотя ходить по нему опасно. Бордюры шатаются, и можно упасть в реку. Проехать на автомобиле по мосту невозможно. По словам соседей, мост вышел из строя из-за проезда грузовых машин. Все, артен тега шаже гап, и мы водкова ченке не асни. Коня водки чампали асни, тарнак чуро чани киши ради. Маш, кармунч, кабеге меге меги. Камгебели города Ниноцминда говорит, что предусмотрены засыпка и выравнивание улиц в городе Ниноцминда. Но в этом году для улицы Гагарина никакие работы не предусмотрены. Пескрим от камурджи масин, да им наганом мец камурджи анканель, вот 1000-2000 лари кумар е паханжум да веранало кело, никиш паре кеси бижаги бел дамар. Јас усвојувам 1000-2000 кумар тарска карка во веле. Почти половина улиц, большой частью в окрестностях города, не покрыты асфальтом. Местные власти говорят, что в течение 4 лет улицы города будут асфальтированы.